Сегодня 22 мая, посев кукурузы, пришествие неказимая пшеница. Здесь была не вспашка, здесь безотвальная обработка, топ-даун, много пожнивных на поверхности. Предпосевная культивация была, была также падалица здесь озимой пшеницы. Посевная была совсем недавно, то есть это буквально вчера. В целом сеялка прорезает, справляется без колтеров. Ну понятно, с предпосевной она будет справляться. Сеялка, в общем, какое впечатление у меня? Сеялка не новая. Если бы, может быть, новая, все было бы в ней четко. Но сеялка не новая. В то же время у меня впечатление об этой сеялке, ну, сложилось общее впечатление, хорошее. То есть она достаточно понятная. Понятная, настраиваемая. Есть датчики, которые отслеживают, сколько семян проходит сквозь сошник, сколько она высевает. Причем по каждый сошник сканируется, появляется, есть среднее и есть по каждому. То есть, если есть какие-то проблемы, высвечиваются на табло, что, допустим, превышает норму, и смотришь, корректируешь, либо корректировка отсекателями, ну, все может быть. Либо что-то там случилось, сломалось, щетки повредились. Ну, в целом, сеялка так вот. Понятная сеялка, контролируемая сеялка. Да, там есть электроника, хотя она здесь больше такая механическая. Так, впечатления неплохие об этой сеялке, производительная. За сутки в среднем где-то 300 гектар вот с этим трактором, 330 лошадей фендом, фен 933. Плюс эта сеялка где-то в среднем 300 гектар получается. Понятно, что если будет поля больше, с более длинным гоном, производительность будет еще выше. Но это я такую среднюю со всеми проблемами, со всеми, может быть, рельефами, конфигурациями полей. То есть где-то 300 гектар получается в среднем. То есть сеялка неплохая. Хотя эта сеялка старая, ей, наверное, уже лет 10. И она в это хозяйство попала, ну, можно сказать, только вот первый год. В этом году это первый год ее здесь работы. То есть до этого она была в другом хозяйстве, которое, земли которого, того хозяйства, они приобрелись. И с землей в целом сюда перешла условно техника. Уже и проводка. Провода уже потрескались. Именно проводки на этой сеялке есть уже какой-то колхоз. Но в то же время она сеет и, на мой взгляд, неплохо сеет. На мой взгляд, неплохо она. Посмотрим, конечно, какие будут сходы. Неплохо она работает. Неплохо ее удобно ее контролировать. Очень удобно, что бункер централизованный. Есть, конечно, проблемы с тем, что все же семена, когда есть такие бункера, то есть их нужно же, получается, семена в посевные единицы в мешках перетаривать в большие бигбеки, да, то есть бигбеки. И бывает так, что здесь сложно сказать, человеческий, это не совсем человеческий фактор, здесь нужно технологически к этому подходить, потому что, ну, все бумажки не поймаешь, поэтому приходится эти же семена пересортировывать, прогонять через сетку, может быть, даже где-то, может быть, еще желательно бы их и продувать от всяких мелких фракций. Поэтому здесь просто нужен другой подход. Не просто высыпать в бигбэк, а еще и пересортировать. Тогда будет пересортировать, именно убрать от бумаги, потому что бумага, скотч, да все что угодно можно и уронить при перетарке.
может попасть в сеялку, забить семипроводы, которые идут от бункера основного к секции. Плюс бумага попадает на щетки, закрывает сами высевающие диски, ну то есть пересыпание идет, перерасход или недосыпание, то есть не держит норму, поэтому здесь семена должны быть, все же это сеялка точного высева, к ней должны быть совсем другие подходы. Поэтому в этом плане она капризна, но все сеялки такого типа капризны. Все сеялки. Поэтому бункер централизованный здорово, но в то же время должен здесь быть правильный подход. Также здесь замечено, что я все до не мог понять очень долгое время, почему добавляют тальк. И вот сейчас я понял, что тальк добавляют не для того, чтобы... Оно, конечно, влияет на сыпучесть очень сильно, но проблема этой сеялки в том, что семена замесают в семипроводах, и получается, что тальк как раз позволяет этим семенам, ну, как бы легче проходить через семипроводы, не останавливаться, не забивать, потому что разница ощутимая, конечно. Разница ощутимая, с тальком или без талька, то есть потому что первый сев и первый выпуск этой сеялки, он был с семенами без талька, то есть и семена зависали вот именно в семипроводах, которые идут от центрального бункера к высевающим секциям. То есть, ну, практически на каждом круге система пищала о том, что семян нет в секции. Ну, в каких-то банках. Поэтому тальк в целом нужен больше для вот таких сеялок, где есть централизованный бункер, где есть пневматика. Ну, то есть пневматика, я имею в виду по транспортировки семян по секциям, то есть там могут возникать такие проблемы. Потому что на Оптиме я как бы никаких проблем не видел и никогда Оптима там не нуждалась в тальке. Я в этом вопросе не стал как бы так четко разбираться, но как бы ощутил разницу вот именно по работе вот с этой сеялкой. То есть разница есть. А то, что она там прилипает к высевающему диску, не прилипает, сыпется, не сыпется, точнее идет высев, все же это как бы уже, наверное, следствие того, что как идут семена вообще по семипроводам от центрального бункера. Так что вот так. Такая вот история. Сеялка работает сутками. В целом впечатление хорошее. А еще что хотел добавить, конечно, колеса здесь не для пропашного сева, колеса здесь там 710-я, наверное, резина шириной. И здесь должны быть или 540-е, ну, скорее всего, 540-е. 540-я спарка под эту сеялку. Чтобы... Почему многие пытаются решать проблему, которой просто не должно быть. Вот у нас это опорные колеса сеялки, которые идут непосредственно за трактором. То есть, по идее, колесо трактора, два колеса трактора, или если это на спарке, ну, по идее, на спарке нужно работать. То есть, они должны соответствовать колее опорных колес. У нас же сейчас, в данный момент, семипровод идет прямо
по колесу, по колее трактора. То есть не между, а именно по колесу. Спарку сняли по той причине, что соседний рядок, он также будет идти по этому колесу, и будет семена не заделываться. Ну, то есть это проблема. Поэтому все же в этом случае нужно использовать пропашные трактора. Пропашные трактора. Также встречаю, что используют гусеничную технику для посева кукурузы именно с такой техникой. То же самое, это как бы несоответствие. Это так не должно быть, потому что, ну, эта проблема, она не решается заделки семян именно за колею. Она решается кардинально использованием именно пропашных колес. Да, то есть 540-х, я думаю, что вот они как раз здесь подошли бы. Спарки 540-й. Во всяком случае, в хозяйстве когда-то был кейс Magnum, и были такие вот именно колеса. То есть именно так можно решить эту проблему. По-другому ее, к сожалению, решить нельзя. Потому что даже если мы пускаем здесь колтер все равно поднимает землю, он не прорезает, он пружинит, он как бы играет. Поэтому колтер приходится даже немножко поднимать. Потому что уже и рассчитывать на давление именно самой секции, именно вот на давление и прорезание основного посевающего, посевающих двух дискового сошняка, да, получается так, основного высевающего вот этого агрегата, то есть насколько он прорезает. То есть чем, вот, допустим, на колесных тракторах как бы все намного проще, потому что все равно давление на колесных тракторах, оно как бы меньше, чем, ну вот я замечаю, что меньше, там можно давление снизить, меньше, чем на гусенице. Гусеница все равно она набивает, особенно если есть рельеф, она набивает, и уже в гусеницу сложнее врезать двухдисковым сошняком. Так что вот такая вот тоже, такое также замечание по этим сеялкам, и вообще по широкозахватным сеялкам всегда можно сказать, боль у агрономов, но эту боль можно решить легко, используя трактора или колеса для пропашного сева. Вот в целом-то и все. Потому что по-другому здесь никак.